примите мои самые искренние поздравления и от меня лично, и от администрации города. В зале музея «Артишок» торжественное событие. Глава «Химик» Дмитрий Волошин поздравил 18 школьников со вступлением во взрослую жизнь и вручил им самые важные и главные документы в их жизни – паспорта. Для каждого из подростков это большое событие, ведь оно знаменует начало самостоятельной жизни. Сначала мне казалось, что это обычное дело. Когда мы уже начали выходить, получать паспорт, тогда я начала волноваться, переживать, потому что это очень важный день. Вот. Волнительно. Что с паспортом будешь делать? С паспортом беречься для начала и не терять. Обязательно потом куда-нибудь поеду. Чтобы паспорт появился, можно ездить куда-нибудь. В рамках программы «Чуткая власть» глава городского округа дважды в месяц лично вручает паспорта юным жителям Химок. Вместе с документом участники церемонии получают сувениры, а также издание Конституции Российской Федерации.